Год новый, а проблемы старые. Продолжают гореть и дома, и машины. За 20 январских дней произошло 13 пожаров. В прошлом году было 18. В огне погиб один человек, трое получили травмы. Основными причинами возгораний по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем и курение, а также поджоги, в том числе автотранспортных средств. В воскресенье, 19 января, около 6 часов вечера в местечке Сортировка воспламенился Мерседес. На видео видно, что причина возгорания далеко не в неисправности механизма, а совсем иная. Хочу пожелать жителям города Иваново, чтобы они при выявлении граждан, которые ведут антисоциальный образ жизни, может быть, соседи, сообщали в отдел надзорной деятельности города Иваново, телефон 32-60-50, и мы уже с ними будем проводить профилактические мероприятия, направленные на недопущение пожаров, гибели людей на них.